Сегодня мы проводим первый старт в 2015 году. Это уже юбилейный год, уже 5 лет мы проводим. Гонщиков очень много собралось с разных городов. Приехали с Тараза, Текели, Талдыкурган. Даже один какой-то иностранец зарегистрировался. Hi, Tom. Hi, Murad. How are you? I'm doing good. Трасса отличная. По сравнению с прошлыми соревнованиями добавили кое-какие препятствия еще. Камней добавили, то есть препятствия по камням будут. Баллонов еще добавили. Лотки через лотки, трампли, как бы трамплинчик сделали, перепрыгивать можно будет. В общем, трасса суперская. Лотки я проезжал только по баллонам. Лотки не проезжал. Попробую. Резина, конечно, у меня задняя не фонтан, но главное участие, конечно. Не бороться не буду так сильно уж конкретно. Но буду стараться, на все, что способен, буду делать. Начало сезона, как говорится, надо вкатываться. Подсушит трассу, и я думаю, будет не пыльно и не грязно. Так что, мне кажется, сегодня будет идеально. У нас в Таразе вообще снега не было с Нового года, блин. Много на трассе время провели, технику приготовили. Приехали в гости, вот первый этап. Здравствуйте, товарищи индуристы! Здравствуйте! Молодцы! Вот смотрите, ТР-чики. Неубиваемые, легендарные Yamaha TTR. И самое интересное, что они всегда во всех заездах, вот в Лайсе есть. Номер, да, все время номер постоянные. Постоянные участники, ага. Основная проблема – добежать до мотоцикла в мотоботах. Как будто в кандалах бежишь, ну, да, или коньках. Кто лучше все-таки будет? Опытный гонщик на четырехтактном каком-нибудь TTR, скажем, 250, и менее опытный гонщик на 250-м двухтактном мотоцикле? Я думаю, все-таки опытный гонщик на TTR, да, выиграет. Это однозначно. Если вспомнить год назад гонки, там даже Влад Марченко, который чемпион Казахстана по мотокроссу, занял третье место вообще на Минске. Помню. Ну, то есть опыт 250 здесь... кубовый Минск, по-моему, был, да? 250, ну да, 250. Ну там ходовка никакая вообще деревянная. То есть, соответственно, опыт здесь рулит больше.
Как был заезд? Нормально. Слушай, тяжело было, я смотрю, было, да? Ну, немножко. А какие дистанции были самые, какие участки были самые сложные? Вот, наверное, вот эти вот баллоны? Ну, баллоны и вот эти, такие трубы. Там вот они были. Бетонные секции? Да. Какая ты пришла по счету, как ты думаешь? Последняя. Думаешь? Да. Но я все равно поздравляю тебя, желаю тебе удачных поездок сюда и выигрывать все гонки. Спасибо. Гонка сложная была? Какие да, сложная. Да, нормальная, сложная трасса была, особенно вот баллоны. Ну, как бы второй раз участвуем вообще в гонках, тяжковато было. Ну, собрали силами и доехали. Какое место? Второе. Отлично. А другие гонки какие-то были на этом мотоцикле? Нет, вот первый раз на нем. Первый раз. А мотоцикл не подводил? Нет, нормально отходил все. А как переезжали? А, ты имеешь в виду поперечные баллоны были сложные? Или ну, вообще, которые... вот эти, да, которые надо было переезжать, они сложные. Угу. Но в дальнейшем будешь участвовать? Конечно. На этом мотоцикле? Ну, там посмотрим. Или есть какие-то планы на покупку другого? Ну, пока нет, этот нравится. Устраивает, да? Да. Ну, главное, вполне. Денис, удачи тебе. Спасибо. Поздравляю.